Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. Сегодня мы рассмотрим с вами коллекцию, которая выполнена из аукционного меха, из норочки, да, и которая в оформлении своем, в общем-то, допускает вот такие вот сочетания с баргузинским соболем, Санкт-Петербург. Итак, сейчас я промеряю изделие в длине 1,15 м. Вообще они бывают 1,15 м, 1,18 м, 1,20 м. Маркировка 48-50. Я так и ношу. Рост у меня 168. Хороший английский базовый воротник. Ничего лишнего. Силуэт спокойный, прямой. Плечо идет вточное. Проймочка чуть-чуть снижена. Но это и есть хорошо, потому что у шубок не должно подпирать. Да? То есть свобода движения обязательно должна быть. Стандартная длина рукава. На рукаве у нас с вами есть кулиса. Это тоже очень удобно. Кто-то хочет свободным, вот в таком варианте носить, но если холодная погода, задувает, оденете перчатки, и можно сделать вот такой вот буфель. Казалось бы, классический хороший базовый силуэт в длине 115-118, но сзади мы поставили хорошую шлицу, я думаю, что ее видно. Она такая глубокая относительно, но в то же время зона бедра у нас идет вся полностью прикрыта. Но и очень хороший вот такой вот поясок. В общем-то, шубка, адаптированная классика на долгие-долгие года, но с элементами, конечно же, вот такой вот современности. Хороший воротник, который, вот посмотрите, я его подняла. И высота воротника, в общем-то, хорошая, да, закрывает затылочную часть. И обращаю ваше внимание, здесь поставлен баргузинский соболь. Dark, то есть темный, и сочетание черного и цвета баргузин всегда смотрится, конечно, выигрышно в цвете dark. Дальше, по данной модели, она выполнена в короткошерстном сырье, чтобы вы понимали, хочу показать обязательно мех. Красоту меха, его блеск, ось и подпух на одном уровне. Всегда показывая шубы, я акцент делаю. Вот смотрите, я сминаю ее, но ось и подпух тут же выправляется. Это говорит о том, что шкура идет не тянутая. Абордажка тоже в шубке хорошая, она должна достигать 3-4 сантиметров и никогда не должна быть кромсанная. Вот если вы обратите внимание, я подойду. Это при выборе изделий, тем более дорогостоящих. Мех – это дорогостоящее изделие, вы должны обращать на это внимание. Он не должен быть клочками вот такими пришит, а должна быть монолитная вот такая вот полоса. Да? И запах от петли тоже должен сохраняться 3-4 сантиметра как минимум, чтобы полочки не расходились. Но и вот такая вот красота меха. Блеск обязательно должен быть. Здесь шубка выполнена методом пластины, да, то есть мы видим, что очень большие пластины идут, и, конечно же, красоту меха сейчас я вам обязательно покажу. Дальше, ни у одной шубки у нашей вы не найдете разваленные плечи. Если плечи разваливаются, это говорит о том, что мех, в общем-то, на плечах очень слабый, и подворотник всегда должен ставиться также однородный мех. В общем-то, на эти детали всегда обращайте внимание. Стоимость изделия данного с учетом скидки для подписчиков 225 тысяч. Обращаю ваше внимание, аукционный мех, баргузин соболь на воротнике и размерная сетка здесь, возможно, с 44 по 54, 56 размер даже на заказ. Почему нет? Срок ожидания до 10-14 дней. А мы, как всегда, будем ждать ваши мерки, объем груди, бедер и вашу ростовку. Не забывайте, что у ее мечты есть имя Олимпия, и мы, как всегда, идем дальше. Но еще один момент. Вы очень часто спрашиваете, как взять рассрочку. Рассрочка дается резидентам Российской Федерации, то есть если вы имеете прописку, паспорт и так далее, да? То есть резидент РФ. Дальше вы предоставляете номер телефона, по которому с вами связывается представитель от наших салонов, и оформляете рассрочку на выбранный вами период. Без переплаты, на любом сроке, есть досрочное погашение, это очень удобно, без штрафов и комиссий. Изделия высылаем сразу после одобрения банком в этот же день. Это две компании, СДЭК либо Почта России. И еще маленький-маленький нюанс. Когда выбираете изделие, обязательно у продавца спрашивайте КИС. КИС должен быть, в общем-то, вшит или просто
значит, сделан. Вот в данном случае эта шубка, она идет российская, поэтому кейс у нас с вами будет зеленый. Если эта шуба идет иностранного производителя, да, то есть импорт, кейс будет всегда красным. По кейсу вы можете посмотреть, когда изделие поступало, какого сезона, какого года и кому оно было отписано. Это своего рода ваша безопасность и гарантия. Ну, на сегодня, наверное, все. А у нас пришла целая линейка в данной модели, поэтому будем ждать ваши мерки, как всегда, объем груди, бедер и вашу ростовку. Всего хорошего, а мы идем дальше.